Доброго времени суток. Представляю вашему вниманию ноутбук Lenovo, модель 20384. Внешний вид ноутбука. По крышке видно. Внешний вид, состояние отличное. Царапины по корпусу отсутствуют. Задняя часть. Так. Отсутствует болт 1, вот 2, остальные болты все на месте. На следы вскрытия это не похоже, потому что если бы ноутбук скрывался, по другим болтам было бы видно. А эти у нас болты все целые. Так, едем дальше. Так. По характеристикам у нас Intel Core i7 стоит, 8 гигабайт оперативной памяти, также встроена видеокарта. AMD Radeon HD 8520, 2 SSD, 1 на 888 гигабайт, 2 на 25 гигабайт. Еще раз крупным планом. В комплектации у нас имеется сумочка, так, а также зарядное устройство. Всего доброго.